Дагестанские журналисты вошли в число номинантов 10-го Всероссийского фестиваля конкурса «Энергия побед». Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета России. В числе финалистов конкурса спортивный корреспондент ННТ Курбан Рагимов. Он участвует в номинации «Лучший телевизионный репортаж, сюжет или фильм» в региональных СМИ. Отметим, что отборочной комиссии было предоставлено 317 работ из 63 регионов России и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья, из которых были выбраны и сформированы списки претендентов на победу. Помимо Рагимова, в номинации на лучшую публикацию участвует сотрудница «Дагестанской правды» Мадина Ахмедова. О распределении призовых мест будет объявлено на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Москве 11 декабря.